Добрый день, мои дорогие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня будем готовить очень вкусный соус барбекю из печеных овощей. Готовить будем в аэрогриле. Вот такой вот гриль от фирмы GF Grill. Сверху на гриле находится терморегулятор. Впереди находится таймер до 30 минут. И вот такая выдвигающаяся емкость. Удобно очень нажать на кнопочку. Достаем чашу для гриля или сетку. Вот такая емкость на 2600. Снова нажимаем кнопочку, вставляем назад и вставляем в аэрогриль. Легко, просто. Вот так вот задвигается. Сзади находится воздушный фильтр. Без всяких кассет. Просто пластиковая вставочка. Это воздушный фильтр. Ну и давайте приготовим. Нам понадобится один крупный баклажан, средняя морковь и три средних помидора. Помидоры я наколола вилочкой для того, чтобы они потом не потрескались. Ну и как обычно, морковь почистила, баклажан отрезала от баклажана хвостики. Складываем в чашу и вставляем в аэрогриль. Выставляю 200 градусов и температура 20 минут. Через 10 минут после начала приготовления нужно будет овощи перевернуть. Прошло 20 минут, овощи готовы. Достаем их на досточку разделочную. И надо будет их снять полностью, очистить от кожуры, помидоры и баклажан. Очищаю от кожуры. Меленько-меленько нарезаю. Можно пробить, конечно, блендером, но по мне как больше нравится все-таки структура, когда очень-очень меленько порезано. Я нарезаю, потом еще прохожу ножом по рубила. И вот такая хорошая структура. Тоже так же очищаем помидоры. И меленько-меленько рубим. Все соединяем в одной миске. То же самое проделываем с морковью. Готовый соус получается со вкусом, как будто бы прикопченный. Добавляю по вкусу перец душистый. Один зубчик чеснока. Столовую ложку растительного масла. Столовую ложку соевого соуса. И щепотку соли. Все перемешиваем. И вот такой соус у нас получается. Добавляем зелень. Из зелени можно добавить все, что хотите. Я добавила укроп, петрушку, кинзу и рейхан. Вот такой соус у нас получился в итоге. Попробуйте, приготовите вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким. Thank you.